Привет! С вами I Like Foxy Mangles. Простите, что так долго не снимала видео. Просто, ну, понимаете, школа. А я сейчас хочу вам снять ролик один прикольный. Была давным-давно, в 2007-м, пиццерия Фредди Фазбера. А главное там была изюминка. Аниматроники. Ну что же они делают, когда мы не играем 5 ночей с Фредди? Сейчас узнаем. Я папа Дхус, папа Джопет, папа Терят, папа Дхус, папа да я приехал. Я приехала на жопе. Задела с собой пескадр. Я на вкус медь может баба, но на видке динозавр. Я папа Дхус. Папа да жопит, папа терят, папа да хус, и ведь я приех. Я приехала на жопе, занялась собой писькарой. Я на вкус вид может, папа, но на вид я динозавр. Хочу большие сиськи, а? Вот мы чё? И вот моча, 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 вот моча. Фредди, ты надоел! Чика тоже. Я приехала на жопе, заняла с собой пескадр. Кто сказал, что моя песня глупая? Никто не говорил, Чикуся. Никто не говорил. Да-да, Фёдор. Вот мы чё? К тому же. Я на сцену! Вот уютненько, вот тут у нас, вот видите, вот такая вот сценочка, вот такая вот, не ошусь, а вот Бонечка, вот такой вот той Бонечка, а вот такой тут Фредечка, вот такая вот той Читечка, а тут Балангёрлочка, вот такая вот, Вот. Папа Дхус. Вот такая вот сценка. Кек.